Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Sony Xperia C5. И в данном видеоролике мы вам покажем, как изменить имя данного устройства в сети. Для этого мы переходим в настройки. В настройках выбираем пункт Bluetooth. В правом верхнем углу нажимаем на 3 точки и нажимаем «Переименовать устройство». И здесь мы можем как-то настроить, соответственно, наше устройство, выбрать на нем, что захотим. Например, я могу здесь все стереть и вместо этого вписать Hard Reset Info. Вы же здесь можете написать свое имя. После этого устройства другие в сети, например, во время подключения по Bluetooth, Wi-Fi или во время раздачи интернета, будут видеть вас именно под таким именем. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!